Всем привет-привет! Сходила на рынок и спешу с вами поделиться, что же я купила сегодня из продуктов. Я потихонечку так каждый день всего закупаюсь, потому что у детей впереди длинные выходные, праздники, много всего надо и некогда будет ходить по рынкам. Ну, давайте покажу, что же я купила. Мне дети еще любят именно вот эти макароны такой вот формы. Это называется «Витой рожок» фирмы «Щебекинский». Здесь 450 грамм. Одна такая вот пачка стоит 50 рублей. Вкусные. Вот покупала она где-то примерно в месяц. 4-5 пачек макаронных изделий уходит. Сосиски «Сабантуй». Это тоже их самые любимые. Халяловские, говядина. Такая вот пачка вышла на 217 рублей, 350 рублей за килограмм. Сегодня хочу приготовить уху по-царски, и туда мне понадобится плавленый сыр. Купила наш джинковский производитель, российский такой плавленый сыр, «Молочный доктор», 37 рублей, по-моему, или... Блин, не помню, или 37 или 47 рублей вот за такую вот пачку. Я купила вот 3 штучки. Очень, кстати, вкусные. Яйца 75 рублей. Это такие довольно-таки крупные. Это фрунзе. Я стараюсь покупать фрунзенские яйца, потому что они действительно хорошего качества. Горошек Каринка у меня очень любит винегрет. Вот я на выходных приготовлю. Очень вкусно. Вот эта вот фирма, он недорогой, стоит 50 рублей. Кукуруза. Папочка наш хочет салат из кальмаров, туда нужна кукуруза. Вот беру первый раз, но продавец сказала, что очень вкусно. Называется наш хуторок и тоже стоит 50 рублей. Сгущенное молоко. Мне нравится именно такой вот с мальчиком. 90 рублей вот такая вот баночка. Томатная паста, так как планирую капусту тушить, и борщ, и рассольник готовить. Поэтому томатная паста нужна. Такая вот большая баночка стоит 70 рублей. Типа а-ля сок, 50 рублей, это у нас виноград и яблоко. Морковь, здесь у меня ровно килограмм, и килограмм стоит 50 рублей. Картофель на 100 рублей, килограмм стоит 40 рублей. Также взяла такие вот ножки-индюшки, 200 рублей за килограмм. Здесь вот у меня не помню насколько, здесь две такие вот большие ножки буду запекать в рукаве. Лучше, кстати, запекать в рукаве, чем в фольге, кому-нибудь там на заметочку. Также это филе бедра индейки, 390 рублей за килограмм. Здесь у меня ровно на килограмм. Сейчас это все я помою и разделаю порционно по пакетикам. Вот такие вот у меня на сегодня были покупочки продуктовые. Все это я купила на рынке «Универсам». Пишите, какие у вас цены, что вы покупаете. И мне очень интересно, кстати, как, может, какие-то у вас есть рецептики готовить вот ножку индюшки. Будет очень-очень интересно.